Шалом, дорогие друзья! Меня зовут Валентин Свентык, я мессианский раввин еврейской мессианской общины Ор ха-Машиах в Одессе. 115 лет назад еврейский христианин по имени Леон Розенберг приехал к нам в Одессу. И он мечтал, что в этом городе будут спасаться евреи, приходить к Богу Авраама, Ицхака, Якова и верить Иешуа, Мессию. Он мечтал, что этот город будет иметь Дом Божий, где евреи будут продолжать жить еврейской жизнью, а также славить и величать Бога. Он не просто мечтал, но и воплощал свою мечту в жизнь. К концу 1921 года в Одессе был дом молитвы. Дом, где евреи собирались вместе, славили Бога, и этот дом находился на улице Кузнечной, 23. Прошло 115 лет. И сегодня дело Леона Розенберга продолжается. В Одессе есть общины верующих в Мессию Иешуа евреев, и мы строим Бейт Кнессет, дом собрания. И верим, что это исторический момент и преемственность поколений мессианских верующих. Пророк Исаия говорил, что Дом Божий станет домом молитвы для всех народов. И я верю, что много евреев и неевреев придут в этот дом молитвы, чтобы встретиться с Богом и Авраама, Ицхака, Якова, с Иешуа, и изменить свою жизнь при помощи Его присутствия. Давайте мы соединим наши руки вместе, построим Дом Божий, чтобы подготовить место для нового поколения, для молодых, для тех, кто будет после нас. Мы вместе будем славить Бога, прославлять, как одна семья, поклоняться Богу Авраама, Ицхака, Якова. Это место – место для помощи пожилым евреям. Это место для воспитания наших детей. Это место, где будем обучаться и славить Бога. Это место, где мы будем делать праздники эров шабаты, место благословений и дом для мессианских евреев Ор ха-Машиах. В этом доме продолжит свою работу в Еврейский мессианский библейский институт, который на протяжении 22 лет продолжается подготовка служителей для новозаветного служения еврейскому народу, выпускники которого служат во многих мессианских общинах и церквях по всему миру, и, конечно же, в Израиле. Спасибо вам за вашу поддержку и молитву. Вместе мы сможем изменить этот мир для Мессии.